Ну вот, вот так. О, самое умное. На той же стороне гораздо же лучше, да? Чем это. Бачите, нашла, где, как перепрыгнуть и пошла. А эти будут штурмовать вот так. Вперед. Не тоже не дураки, не хочет. Да. Ну, та знает, что можно и обойти. Да, ну, пошла. У каждого подход прогулки по-разному. Да. Опа, и хорошо. Ну, и ветерок присутствует. Это, в принципе, и неплохо сбивает температуру. Если ветра не было, была бы жара, ну, наверное, градусов по 30. Потому что солнце печет до такой степени, что ого-го. Да. И дожди были, так что не очень веселуха такая. Так что вот так мы на прогулке. Да. Ну и насекомых. Ой, немереное количество.